Машинист технологических компрессоров – одна из ведущих профессий газовой отрасли. То, что должен знать каждый из участников конкурса, вначале определяет тестирование. Готовясь к нему, медвежинцы повторили ряд тем. Технология подготовки и компримирования газа, устройство и принцип работы основного и вспомогательного оборудования, проведение работ повышенной опасности, действия при ликвидации аварий, оказание первой медицинской помощи. Вспомнить, как говорится, освежить память, лишний раз не повредит. Практически немножко проще, теоретически для меня немножко сложнее. Когда столько много вопросов, начинаешь теряться, комиссия большая. На площадке дожимной компрессорной станции ГП-1 состоялась практическая часть конкурса. Перед ее началом машинисты обошли территорию. А задание таково – вывести газоперекачивающий агрегат в ремонт. Эта технологическая операция относится к разряду газоопасных работ. Конкурсанты обязаны работать в паре. Здесь важно соблюдать требования правил промышленной безопасности. Для тех, кто работает на ГП-9 и ГП-6, непривычна сама станция. Местное оборудование отличается от того, которое эксплуатируется на их станциях. Самым сложным оказаться на чужом промысле. Ну, принцип работы один и тот же, но гитара и конструкция совершенно другая. Еще в рамках конкурса за полчаса важно выявить немало замечаний, ловко спрятанных организаторами. Их около 20. Так что внимательность, как всегда, на первом месте. Находясь на службе, машинист обязан совершать подобный обход каждые 2 или 4 часа. Это зависит от регламента работ. Обязательным требованием было, чтобы участвовали машинисты более высоких квалификаций, то есть 6-го разряда, и те машинисты, которые стоят в резерве на повышение разряда, либо на повышение в должности. При оценке результатов учитывается уровень теоретической подготовки участников и качество выполнения практического задания. Обязательным является соблюдение технологического режима в соответствии требованиям правил безопасности. Важно придерживаться установленных норм времени. Все специальности важны на газовом промысле, но от машиниста многое зависит. Проводимая сейчас реконструкция, строительство обязывает машинистов более высоким знаниям. Лучший результат у Алексея Карадичева. Он победитель первого этапа конкурса среди машинистов «Медвежки». На втором месте Дмитрий Абушахманов. Замыкает тройку призеров Виталий Пицкальный. Светлана Тусида, Сергей Черков, телевидение «Общество Газпром. Добыча на дым».